Привет! Привет всем! Скоро День Святого Валентина, да? Да. И мы поэтому здесь у нас висят красивые декорации, сердечки. На День Святого Валентина все дали друг другу подарки, да? Да. Правда? А вот здесь у нас Анечка еще красивые свои игрушки расставила. Что за игрушки? Откуда взялись? Что это такое? Это такие маленькие персонажи. Sesame Street. Sesame Street. И эти все персонажи, как их зовут? Это Элмо, Зои и Куки Монстр. Куки Монстр. А помнишь, когда мы делали коржики, Куки Монстр у нас там участвовал, да? А расскажи мне, откуда ты их привезла? Это где-то отдыхалось. Вы ездили отдыхать на острова, да? И там все эти персонажи участвовали, поздравляли, вы с ними кушали, организовывали всякие праздники, да, парад. Тебе понравилось там? Да. Ну вот, а мы сегодня здесь собрались по поводу Дня Святого Валентина. Угу. Да? И у меня есть для тебя подарок. Потому что люди дают на День Святого Валентина подарки. У меня для тебя есть подарок? А у меня нет. Ну что, для меня тоже есть подарок? Что там? Ну-ка показывай, я потом тебе свой покажу. Ой, какой симпатичный! Спасибо большое, с розовыми ушами, с розовым носом. И здесь даже написано что-то. Что тут написано? Птичи. Best Teacher написано. Ну, спасибо. Ну, давай положим его в сумочку. Он будет выглядываться, да, знаю. Спасибо, замечательно, мне очень нравится, сердечко держит. Красота какая. Ну, пускай здесь сидит. А мне для тебя тоже есть подарок. Поменьше немножко, но кто-то тоже содержательный. Ну-ка посмотри, что там у тебя. Спасибо, Лена. На здоровье. Ну-ка открываем, что там есть в подарке. Вытаскивай, всем показывай. Ну-ка, что это? Что это? Гусеница. Гусеничка мягкая, ну-ка дай. У, какая симпатичка. Вот какая гусеничка. Конфетка, мяу-мяу. Конфетка? Что за конфетка? Сердечко. Сердечко? Сосочка для маленькой бэбички. И чупа-чупс. Чупа-чупс еще. Ого-го. Бусы. Бусы с сердечками. Ну-ка, одевай. Будешь у нас сегодня Валентайн Гёрл, да? Девочка на День Святого Валентина. И смотри, видишь, как красиво подарочек? Сумочка с сердечками. И вот все, что там лежит внутри, все к празднику. Смотрите, какая гусеничка. Вот она какая, растягивается, да? Да. Веселая, смешная и разноцветная, и вот да? Это. А еще, знаешь, можно сделать всем другим, и маме, и папе, и бабушке, всем можно сделать подарки. Ты хочешь сделать подарки? Да. Ну, потому что всем приятно получать подарки. А на такой праздник, День Любви, еще больше это говорит о том, что я тебя люблю, да, сердечки, здесь сердечки, везде, цветочки, сердечки, это все, что говорит о празднике. Это симпатично, правда? Да, мне нравится. Ну, хорошо, я рада. Я сделаю для моей сестрички. Вы говорите, для сестрички, для мамы, для папы, для всех можно сделать. Ой, лапка! Вот они, лапки. Усики, глазки и носик. Вот она такая. Гусеница, она шевелится. Вот пузырик. Это когда надуваешь вот этот пузырь, там еще один пузырик. И оранжевый пузырик. Зеленая голова. Она вот так шевелится. Ну что, мы сейчас начнем делать подарок? Да. Для начала нам нужно свернуть вот этот лист бумаги напополам. Ты помнишь, как сворачивать такую бумагу напополам? Ну как? Две, два, нижнего конца с верхним концом вместе. Да, совместить надо нижние концы с верхними. Когда они совместятся вместе, тогда нажимаешь, и получается вот такая половиночка. На столик положи, ты же делала. Так, давай. Молодец. И
опять мы все обрезки будем складывать в коробочку, да? Угу. Вот. Для чего я так сложила? Для того, чтобы сделать вот такое большое сердечко. Смотри. Для того, чтобы получилось сердечко, вначале я карандашиком помечу, что вот здесь надо вырезать треугольник. Вот здесь на сгибе. Видишь? Не с этой стороны, где открыто, а на сгибе. Вот так. А потом здесь мы закругляем, тоже обрезаем уголочек. А здесь уже мы с угла делаем большой вот такой треугольник. И когда я вырежу, у меня получится сердечко. Понятно? Сейчас я вырежу, а потом ты обведешь и сделаешь точно такое же, да? Вырезаем. Вот мы отрезаем этот угол, как я нарисовала. Точно по линейке. И вот здесь. Вот у меня получается, смотри, теперь я разверну, получилось сердечко. Сейчас ты положишь это сердечко на сгиб, вот так, на сгиб. Вот видишь, здесь сгиб и здесь сгиб. Потому что если ты вдруг перепутаешь и положишь на другую сторону, то у тебя получится не одно сердечко, а две половинки сердечка. Поэтому очень важно положить вот этот сгиб, и чтобы он совместился с другим сгибом. На сгиб, да. И ты возьмешь карандашик и обведешь это сердечко, которое я вырезала. Не торопись. Очень важно положить правильно, потому что если вы положите неправильно, у вас получится две половинки. Вот теперь ты вырезаешь. Вырезаешь сразу две бумажки. То есть, когда вдвое сложена бумага, то вырезаешь сразу две бумаги, и получается у тебя большое красивое сердечко. Прямо по линейке. Молодец. Обрезки сразу в коробочку, да? Ну-ка покажи, что у тебя получилось. Получилось сердечко. У меня розовое, а у Эмили получилось красненькое сердечко. Смотри, какую бумагу у нас будет. Ты хочешь розовое сердечко? Ну, давай. Я хочу научить тебя, как сделать объемные цветочки. Вот такие вот. Вот я начну с этой салфеточки. Если взять салфеточку, свернуть ее в несколько раз, только аккуратненько. Много раз вот так свернуть. Получится вот такой маленький квадратик. Видишь? Маленький квадратик. Но здесь очень много слоев. Потом взять ножничками и обрезать уголочки. Вот так, чтобы получился у нас кружочек. Но на самом деле, так как мы режем много слоев, у нас получится много кружочков. Обязательно, конечно. И сейчас смотри внимательно, чтобы ты поняла, как это делается. Смотри, видишь? Я вырезала из много слоев бумаги много кружочков. Видишь, вот как много слоев бумаги. Вот. Это для того, чтобы у меня было многослойные лепестки были, чтобы... А теперь я возьму степлер. Это со степлером это делать удобно. Все сразу лепестки, тоже ребенку это сделать трудно, и можно пальчик поранить. Надо попросить, чтобы взрослые вам помогли. Вот так, раз. И теперь мы вот так открываем. Получается вот такой красивый цветочек. Надо каждый слой отдельный поднять, немножечко его вот так вместе собрать. Каждый. Чем больше, лучше ты распушишь, тем красивее получится у тебя цветочек. Вот, видишь, получился белый цветочек. Видишь? Точно так же я приготовила салфеточки. Розовые можно сделать цветочки. Можно сделать красненькие цветочки. Точно так же эту розовую салфеточку я складываю во много слоев. Этот цветочек будет побольше, потому что у меня квадратик побольше. И теперь я тоже вырезаю, отрезаю уголки. Мы говорили, как сделать круг из квадрата. Надо у квадрата обрезать уголочки. Если у квадрата обрезать уголочки, то получится круг, да? Но так как у нас тут много слоев, мы должны не только уголочки обрезать, а мы должны обрезать все стороны этого квадрата, чтобы раскрылись эти кружочки. Теперь смотри, можно не только такой прямой цветочек делать, а можно вот такие сделать насечки, надрезики. Как лучики у солнышка, вот так мы надрезаем со всех сторон с нашей салфеточки. Вот. Сейчас я буду делать надрезы.
Молодец. Это не очень легко, но зато это очень хорошее упражнение для рук. Ручки будут крепкие, и мелкая моторика рук будет очень хорошо развита. А у тебя тоже так же получилось. Меня? Вот как Эмили старается. Молодец. Собирай каждый слой в кучку. Получится красивая пушистая розочка. Молодец. Каждый слой. Правильно. Вот это ты правильно делаешь. Это задание мне нравится делать. Вот красивая белая розочка получилась у Эмочки. Смотрелась. Молодец. Так у тебя будет по порядочку дизайн идти, да? Потому что я, например, хочу просто сделать букет на своем сердечке. А ты хочешь сделать как рамочку из цветов, да? Молодец. Так, немножко сразу складываю. О, твоя гусеничка за нами подсматривает, да? Здорово. Она милая. Очень симпатичная. Собираешь каждый отдельный слой. Торопись. Распушишь цветочек, он будет очень красивый. Красота. Вот теперь опять собираем степлером. Тебя вот тут розовый ждет, а я буду делать белый. Собираем каждый слой. Сделала? Да. Ну, положи, где он должен быть у тебя. А подожди, тут нижние слои, вон остались, не разделил. Нижние слои тоже надо разделить и распушить. Чтобы красиво. Вот такой. Вот еще три. Пушистый. Мы вырезали зеленые листики. Мы их сделали двойные, они похожи на восьмерочку, да. Ой, его надо сложить все слои, тогда будет красиво. Нижние слои остались прямые, тогда он не похож на настоящий живой цветочек. Видите, это можно сделать из салфеток. Это доступно, и можно их делать другого цвета. И будешь теперь тушить, да, Катюша? Это ты кому подарок делаешь? Нет. Сестрички свои. Надеюсь, ей там нравится. Сейчас ему понравится. Когда некоторые слои остались непрорезанными, то там не пушится как следует. Поэтому надо постараться прорезать все слои нашей салфеточки. У меня блин. Красивый вкус. Посмотрите, какая у меня красивая розочка получилась. Замечательная розочка. Для твоей открытки вот это последний цветочек беленький, да? Ну, который я буду вырезать для моей открытки. Да, молодец. Просто я хочу сказать, помнишь, мы с тобой и с Никой делали открытки подарок Деду Морозу, да? Помнишь? Сегодня мы делаем открытки на день Святого Валентина. А можно делать открытки по-разному, всякому, любому поводу можно делать открытки. Если кто-то заболел, тоже можно сделать открытку, чтобы человек почувствовал себя лучше, да? Можно сделать открытку, кого-то поздравить с каким-то событием. Кто-то школу закончил, кто-то что-то какие-то на соревнованиях победил, да? А кто-то просто грустно, ему сделать открытку, чтобы ему стало веселее. Так что открытки можно делать по-всякому, разному, любому поводу, да? Особенно приятно, если кому-то грустно, если кто-то заболел, сделать ему подарок.
Теперь последний этап. Все эти цветочки нам надо приклеить в том порядке, как мы хотим. Ты хочешь по всему периметру сердечко приклеить, а я хочу просто сделать маленький букетик. Вначале приклеиваем листики. Макаем в клей кисточку, ставим вот сюда небольшую точку и вот так приклеиваем листики. Теперь опять я мажу клеем сверху и приклеиваю уже сверху цветочек. Вот здесь у меня будет розовый цветочек. Теперь опять делаю точку, где будет у меня следующий цветочек. И я приклеиваю листики вначале. Вот у меня я свернула их напополам, ты хочешь их распрямленные, я вот так вот решила. Теперь опять как следует помазать клеем, чтобы было достаточно, потому что цветочек большой, нужно, чтобы было достаточно клея, чтобы он приклеился. Вот, и приклеиваю сверху цветочек, и прижать надо немножко, вот так, чтобы он приклеился хорошо. И последний у меня здесь цветочек. Третий. Я хочу, чтобы у меня три цветочка были вместе. Вначале я приклеиваю листик. Опять как следует промазываю клеем. И приклеиваю цветочек. Вот у меня вот такой будет дизайн. А дальше я буду декорировать наклеечками и блестящими сердечками и звездочками. Да? Вот теперь кину тебе клей. И начинай, тебе помочь? Да. Ну давай, значит, вначале убираем. Приклеим вначале клеем листики. Так. Вначале клеем, где мы будем клеить цветочек, мы промазываем клеем точечку. Приклеиваем листики. Где ты будешь следующий делать? Сверху на листики мы мажем клеем и приклеиваем цветочек. Так, приклеиваем листики мажем. Здесь розовый цветочек, ты сказала, да? Как следует хорошо промажем. Этот клей специально, это клейстер я сделала из муки. Он для детей очень самый подходящий, потому что он не токсичный. Вы знаете, мука съедобный продукт, да? И сейчас я буду наклеить последние ну-ка покажи, какое красивое сердечко у тебя получилось. Красота! Вот это да! Вот у нас получились такие красивые сердечки. Мы их декорировали цветами. И чтобы закончить наш дизайн, можно добавить, например, вот наклеечки. У нас есть блестящие сердечки с наклеечками. И у нас есть печати с сердечками специально для Дня Святого Валентина. Каждый может закончить свое сердечко так, как ему нравится. Вот здесь блестящие сердечки тоже очень красивые. Я, например, хочу, у меня красное сердце, я хочу наклеить розовые сердечки. И очень удобно тут, потому что тут снимаешь вот эту белую основу, и обратная сторона у этих сердечек уже клейкая, их можно приклеить. Вот здесь вот у меня даже вот так. Я хочу приклеить вот так сюда. Ты будешь сразу печати ставить. Но ты продумай вначале свой дизайн. Не торопись. У меня сердце красное, поэтому я не буду красный клеить на красный. Вот. А розовые, оранжевые очень хорошо подходят под мой дизайн. А вот где нашла здесь наклеечка слово love. Дать тебе любовь. На. Только надо убрать белую основу и приклеить в середину. Рядом со словом лавка и улыбашку. Еще раз на образе можно самим вырезать.
можно рисовать, можно написать поздравления, кто умеет. Можно стихи туда наклеить, напечатать, например, на принтере и наклеить, для того, чтобы какое-то поздравление туда включить. Так что украсить можно эти открытки, эти сердечки любым способом, как вам нравится. Эмили вон вообще тут столько печатей всяких наставила. Молодец. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Всем пока. Не забудьте поставить лайк. Пока-пока. Вот какие открыточки у нас. С Днем Святого Валентина. Желаем вам любви и счастья.